then she got the wall. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. I could hardly believe my eyes as a big limousine rolled up into Alice's drive. She's gonna go. I guess she got her reason, but I just didn't want to know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years, just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second glance. Now I've never get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the bar, our only dishes deep in the bar. Me and Alice. Now she walks a little with her head held high. Just for a moment I caught her life as a big limousine pulled slow out of Alice's drive. She's gonna go. I guess she got her reason, but I just don't want to know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years, just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, maybe get a second glance. Now I've never get used to not living next door to Alice. Sally called back. Over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years as the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she got her reason, but I just don't want to know. 'Cause for 24 Смоки и их нетленный хит про девушку Элис прямиком из 70-х. В нашем шоу, друзья, все развивается логично. Сначала на сцене курила Ваенга, потом появилась группа Смоки, то есть Дымные, в исполнении великолепного Глеба Матвейчука. Этот коллектив начинал под названием Kindness, то есть доброта, а уже потом стал называться Смоки. Вот мне интересно, проявятся ли в своей доброте члены жюри сегодня? Любовь Юрьевна. Да, однозначно проявятся. Но как можем мы не проявиться в доброте, когда работает на сцене такой великолепный артист, как Глеб Матвейчук? Это просто... Любовь Юрьевна. У Глеба Матвейчука, по-моему, какая-то подпольная фабрика работает. Оглянитесь, посмотрите. Представлены все образы, которые он воплощал до сегодняшнего дня. Ну, действительно, и это... специально для того, чтобы не было обидно ни в коем случае Леониду Ермольнику, там в уголке, поднимите повыше, посмотрите на эти профили. Ермольник, Аверин, Казарновский, Хазанов в том же составе. Прям монета такая, юбилейная. Потрясающе. Ну, во-первых, я хочу сказать, что группа Смоки, как они сами писали, мы, к
К сожалению, только бледная тень ливерпульской четверки Beatles, да? На самом деле это совсем не так, это никакая не бледная тень. Это совершенно замечательная группа, которая имела абсолютно свое точное место. И Глеб сегодня показал солиста группы нам, Криса Нормана, просто точь-в-точь. Пятерка. Геннадий Викторович. Что про этого артиста можно сказать? Счастье, что наша земля рождает такие таланты. 5. Максим Аверин. Каждый раз это такое вообще открытие. И замечательный, и прекрасный, и такой талантливый. Глебушка, 5, конечно. 5. Спасибо тебе. Спасибо. Леонид Ермольник. Я сейчас смотрю на наш зрительный зал, вижу эти плакаты. Вот мы все жалуемся, что как-то не так мы живем. Практически у нас, у каждого, кто приходит на запись программы, точь-в-точь дома своя типография. Абсолютно. Такое количество плакатов я не видел ни на одной программе. Глеб, замечательно и артистично невероятно. И вот это абсолютно такой самостоятельный номер. Может быть, просто собрать все, что ты делал, в точь-в-точь можно делать сольный концерт. Надо успевать только переодеваться и гримироваться. Спасибо, 5 баллов. Спасибо, у Глеба Матвейчука 20 баллов.